карты. Fire from the blue corner. Артём Булойчик. И мы встречаем следующий поединок по ММА, четвертый бой по ММА сегодняшнего вечера на BFC 62 между Артемом Булойчиком и Валерием Булатом. Вот мы сейчас видим Артема Булойчика, синий угол, Беларусь. 0 побед, 1 поражение. Желаем удачи и восстановить проигрыш. From the red corner, Валерий Булат. А будет соперником Артема Булойчика, я напомню, Валерий Булат. Также из Беларуси, не имеет в своем активе профессиональных поединков. 0 побед, 0 поражений. 177 сантиметров рост. 26 лет этому спортсмену. Оба спортсмена находятся в возрасте 26 лет, да. Вот. Валерий является мастером спорта по вольной борьбе, а Артем Булойчик кандидатом мастера спорта по греко-римской борьбе и является победителем BFC Contender Series 3. Очень интересное противостояние. Два заведомо сильных борца. Посмотрим, как будет проходить этот поединок. Может быть, стойки попробуют выяснять свои отношения бойцы. В любом случае, начнут-то они в стойке, а потом, скорее всего, они перейдут вниз. Посмотрим, кто знает. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 183 centimeters tall. He's a fresh all weight, 77 kilos, 26 years old. He has 0 wins and 1 loses. Артём Булойчик! His opponent from the red corner. He's 177 centimeters tall. He's a professional, 77 kilos, 26 years old. And this is his professional debut. Валерий Булат! Спортсмен на середину. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды, все время себя защищаем. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки, если хотите, и разошлись по углам. Ждем начала этого интереснейшего поединка между Артемом Булойчиком и Валерием Булатом. Первый раунд, поехали. Два заведомо сильных борца попробуют свои силы в смешанных единоборствах. Осторожничают оба бойца. Пробуют наносить пока только одиночные удары, не тратят силы. И в борьбу, о чем мы и говорили. Но встает, смотрите, Артем Булойчик, а он же тоже у нас бы из колена наносит удар. И в партер переводит Валерий Булат. Какой тейкдаун! И переворачивает его Артем Булойчик. И в стойке уже оказываются спортсмены. И опять
партере оказываются спортсмены. Я даже не понял, кто кого бросил. Но партер есть партер. Пробует наносить удары Артем Булойчик в партере. Схватился за ногу Булат, не отпускает. Пробует зайти за спину, берет захват, и, возможно, мы увидим перевод. Булат переводит партер, да, но он там не сильно активничает. Больше активничает именно Артем Булойчик. И оказывается, за спиной сейчас Артем начинает добивать. Пассивная защита у Валерия. Пробует взять удушающий Артем Булойчик. Хорошая для этого у него позиция есть. Но... Что же происходит у нас? Вы только посмотрите. Настоящая схватка львов. Вот это называется борьба. Пробует наносить удары. В партере Артем Булойчик, видно, что осторожничает, не хочет нанести удар по затылку, что рефери сразу сделает замечание, возможно, и бал снимет. Бьет, бьет жестко Артем Булойчик своего соперника. Валерий Булат не очень активно защищается. Крутит руку. Крутит руку Артем Булойчик. Что же сейчас у нас будет? Выкручивается Булат, нет? Выкручивается Булат, вы только посмотрите. И сейчас пробует делать удушающий Булойчик. Пройдет, не пройдет. Не сдается Булат, ну и не выходит. Пробует снять руку, правильно делает. И выходит с удушающего прямую. Только посмотрите, ребята. А. Встают оба спортсмена. Вот это поединок! Какую мужественность показывает Валерий Булат, потому что ему здесь больше досталось, откровенно говоря. Но встает и проводит этот дальше поединок. Как будто ничего и не было, и попадает сейчас опять Артем Булойчик. Партер переводит своего оппонента Валерий Булат. Сверху находится теперь Валерий Булат и начинает наносить большое количество ударов. Пассивничает Артем Булойчик, хотя в начале первого раунда мне казалось, что он заберет эту победу. Забирает удушающий Булат. И выходит с этого положения Артем Булойчик. 10 секунд остается. До конца первого раунда. Какой же жаркий поединок показывают спортсмены. Успел Валерий Булат продержаться. И очень яркий поединок мы с вами наблюдаем. Валерий Булат, конечно, в основном весь первый раунд был защищающимся. И били его, и душили, и руку ломали. Но Артем Булойчик не нашел ключей к победе. Возможно, найдет во втором раунде, но Валерий Булат в концовке первого раунда переломил ход встречи и сам мог одержать победу техническим нокаутом, находясь сверху на своем сопернике и начинал добивать. Ну, Артем Булойчик вышел с этой ситуации. Два мощных викинга у нас сейчас в октагоне. Очень интересно.
Посмотрим, что же будет во втором раунде. Второй раунд, поехали. Ну, скорее всего, неспешно будет он проходить, как мы прекрасно видим. Очень много сил оставили оба спортсмена в первом раунде. Ну, кто выносливее, кто будет удачливее, то это и одержит победу. Потому что удар ребята держать умеют. Дело остается только за тем, у кого же хватит больше сил для того, чтобы одержать победу. Не спеша, отдыхая. Видимо, не хватило минуты восстановиться спортсменам. После такого яркого первого раунда не очень желают бойцы продолжать также и второй раунд. Очень было опасно для каждого из них, так как могло все закончиться досрочно. Какой удар! Поджимает бубойчик своего оппонента. Ох, попал по ноге, хорошо, будет дальше сушить, видимо. Менее интенсивно проходит у нас первый раунд этого поединка. Прессингуй постоянно! Давай, Артём. Будет много работы. Давай, работай. Артём, нога, рука! Побегай, работай, жру! Нога, рука, давай! Я работаю! Пытается отсушить ногу Артём Бубойчик Булату. Не очень пока это у него это получается, но предпосылки, конечно, имеются. Ух, какой оверхенд от Булата. И пошел размен у ребят. Пошли рисковать. Больше, мне кажется, нужно будет рисковать Валерию Булату, потому что первый раунд, скорее всего, он проиграл. Но посмотрим, что скажут судьи, если этот бой дойдет до их решения. Заводится, мы видим, Артём Булойчик. Не нравится ему эта ситуация. Запул у него немножко левый глаз. Хочет побеждать. Проиграл он в прошлом своем поединке. Хочет вернуться в гонку. Хочет себе победу первую. И это правильно. Но и Булат не хочет проигрывать свой профессиональный дебют. Ох, видим боль на лице Валерия Булата. Отсушивает ему ногу Булойчик, переднюю левую. Но не развивает почему-то это преимущество.
заканчивается второй раунд нашего противостояния между Валерием Булатом и Артемом Булойчиком. После феерического первого раунда, во втором раунде бойцы решили немножко передохнуть. Но единственное, что чем запомнилось, это что Артем Булойчик практически отбил ногу Валерию Булату. Мы видели гримасы боли на лице Валерия. Ну, как настоящий мужчина, терпит все невзгоды, всю боль, и наш поединок переходит в третий раунд. Стартует у нас с вами третий раунд этого интереснейшего поединка между Валерием Булатом и Артемом Булойчиком. Посмотрим, что же будет в третьем раунде. Довольно непредсказуемый поединок у нас с вами проходит. Какие же изменения у нас будут в третьем раунде? Либо спортсмены будут придерживаться ведения боя во втором раунде. Как во втором раунде, пассивно, не торопясь. Либо рискнут и пойдут в размен, как мы это видели в первом раунде. Куча интересных бросков, куча интереснейших технических действий. Возможности были выйти на болевой. Возможности удушения были добивания сбоку, были добивания сверху. Ну, интересно, интересно. Два ярко выраженных борца. Валерий у нас вольник, Артем Булойчик классик. Посмотрим, кто же окажется успешней в этом противостоянии. Пробивает больную ногу все время Артем Булойчик Булату. Все правильно делает. Мы так видели часто, когда нокауты технические были из-за того, что не мог спортсмен продолжать поединок из-за того, что отбили ему какую-то из ног. В основном это передняя, самая ближняя его оппоненту. И продолжает Артем наносить большое количество ударов в левую ногу Валерия. Но Валера стойко все выдерживает. Ой, пробивает Валерий Булат в переднюю ногу Артема Булойчика. И он уже отходит назад из-за того, что у него болевые ощущения. И переводит в партер Валерий Булат и начинает наносить большое количество ударов. Сдача. Болевой прием проводит Артем Булойчик. Настолько все быстро произошло, он вышел на болевой на руку, на рычаг локтя и сделал это, а Валерий Булат сдался, рефери остановил поединок. Вот и неожиданная концовка, дорогие друзья, за что мы и любим ММА. Ждем официального объявления решения судей.
Dear ladies and gentlemen, in this fight, winner by submission, Артём Булойчик! Артём, я поздравляю тебя с этой сумасшедшей крутой победой. И я уверен, что пока это лучший бой сегодняшнего вечера. Wow, it was really war. It was really something. I congratulations with this bright this fight. And I think it's the best fight of the evening. Я могу сказать, что этот бой получился таким ярким, потому что у тебя был достаточно конкурентный соперник. This fight became so bright because also because of your opponent. He was pretty close to you. Что ты думаешь об этом? What do you think about that? Соперник, конечно, очень хороший борец. Я не ожидал, что будет тяжелый бой. Я думал, еще тяжелее будет. Хотя он на 90% тяжелый был, даже после последнего проигрыша. Но so I expected that this fight will be so hard and so difficult. And I want to thank my opponent. Эти аплодисменты все сейчас летят в твою честь. Сложнейший бой. Я понимаю, что сейчас сложно отдышаться, сложно говорить. Очень крутой болевой прием. Ты тренировал его или это просто произошло вот в секунду? So it's this applause is dedicated to you and this armbar. Did you train it before? Не сказать, что тренировал, но порой приходилось. Вот, но так получилось, что вышел на болевой, сделал, и конец. Ну и конец. So I train a lot, but not only these techniques. Ну что же, благодарить тех, кто тебя подготовил, и еще раз аплодисменты Артему за этот шикарный бой и его сопернику в том числе. Готовился с друзьями, тренеры друзья тренера и друзья, и вот приехали поддержать родные, близкие. С ними тренируюсь. So here, my team is here, my friends and my coaches. We are together, friends and my team. So I want to thank them, also my relatives and friends who support me today. Ну что же, мы тебе тоже говорим спасибо огромное. Еще увидимся здесь, в октагоне, и будем ждать такого же крутого боя.